Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Samsung Galaxy Note 20. Сейчас я покажу вам, как на этом телефоне взять и удалить, и также добавить аккаунт Google. Делать это очень просто, на самом деле. Вначале нужно перейти в приложение «Настройки», вы здесь вот окажетесь. Потом спускаетесь вниз и выбираете «Учетные записи и архивация». Затем нажимаете «Учетные записи», и вот ваш аккаунт Google. Нажимаете на него и нажимаете «Удалить учетную запись». «Удалить». Окей. Использовать рисунок, либо же отпечатком, как уж там вам удобно. Вот и все, ребят. Аккаунт Google удален. Никакие сервисы Google, естественно, работать на этом телефоне сейчас не могут. Ну, без аккаунта, как же. Что кроме этого? Ну, давайте так. Кроме этого, вы можете также удалить аккаунт Google полным сбросом телефона. Но это излишняя мера. Не нужно терять все данные, чтобы удалить аккаунт Google. Просто через настройки. А чтобы его добавить, нужно просто перейти в приложение «Настройки», зайти сюда же, «Учетные записи и архивация», «Учетные записи», «Добавить» теперь нажимаем. Теперь не выбираем ничего, а нажимаем «Добавить учетную запись» и нажимаем «Google». Сейчас будем вписывать данные своего Google аккаунта, то есть электронный адрес. Я вписываю свой, вы вписываете свой. Так, адрес это я написал. И потом вписываем пароль. После того, как вы впишете пароль, нажимаем «Далее», «Принимаю». Можете включить синхронизацию, можете выключить, я выключу синхронизацию именно резервной копии. Вот и все, ребят. Вы удалили и добавили аккаунт Google. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока.